водопад Девичьи Слезы по дороге к озеру Рица. Девушка и русалка превратились в камень. Русалка девушку хотела вытащить. Но вот слезы до сих пор текут девушки. Вот это бурная абхазская река Бзыбь. Голубое озеро. Вода не более 6 градусов, говорят. Скалы, видите, имеют отрицательный уклон или угол. И говорят, что альпинизмом здесь заниматься невозможно, потому что видите, как идут наклон под отрицательным углом. Водопад «Мужские слезы». Ну, как всегда, не обошлось без коварной русалки, там, девушки и влюбленного в нее джигита. Озеро Рица и расположенные рядом горы.